Итак, сегодня у нас семейная река. И тема семьи и семейных взаимоотношений — это всегда фундаментальный вопрос. Это всегда очень важный вопрос. Потому что оттуда все начинается. Какова семья, такая и церковь. Какова семья, такое и государство. Потому что не с государства началась семья, а с семьи началась и церковь, и государство, и все человеческое сообщество. Поэтому, уважаемые друзья, хотел бы сегодня продолжить ту тему, которая была начата месяц назад. Мы говорили об отцах и детях, о врагах и о друзьях. И я бы очень хотел, друзья, эту тему рассмотреть сегодня более подробно и более практично. И самое интересное, что эта тема настолько интересна, что на меня нахлынуло вдохновение. И это вся история с Авессаломом и Давидом, вдруг она начала представать, или, как сказать, открываться в поэзии. Поэзия. Просто рифма где-то льется. Ты слышишь эти комбинации, вот этих выражений. И я скажу, что я никогда не блокирую этот канал информации. Не будьте информации из канала. И сегодня эта же история более обогащенная будет представлена вам также и с поэтической точки зрения. Итак, отцы и дети, враги или друзья, печальная история. Бедикс нотикумс, как поступать нельзя. Недрикс рикоties. 15 важных аспектов. 15 сварīgu аспектов. Коснемся их. Pieskarsimies tiem. Псалом 3. Псалмс 3. 1. Viens. Псалом Давида. Давида псалмс. Когда он бежал. Kad viņš bēga. От Авессалома сына своего. No sava dēla Absaloma. Дальше читать не будем. Талак нелсиш. Сам факт. Пац факт. Уже будоражит. Я ускурина. Сам факт. Пац факт. Уже отрезвляет. Я обскайдро. И напрягает. Он со спринзина. На самом деле, что может быть оскорбительнее? Потешам касвера будут. И унизительнее. Он поземою шакс. Конфликта. Пар конфликту. Между отцами. Старптавием. И сыновьями. Он дал им. Особенно ипаши, когда главной мишенью, кад галвенай смертис, для сыновей прекш дал им, являются ир отцы. Тави. А в эпицентре, бе центра, здесь родительская заповедь, шейт вацаку бауслис, которая оказалась в глубоком поругании. Курш. Израдиас, и так бывает сложно суть раскапывать, и так легко бывает обозначить крайних. Оправдывать одних и обвинять других, что в жизни проще? А может быть, давайте по порядку? Но ведь не с третьего псалма мятеж начался злых против святых. И не четвертым все закончилось, и кто-то уронил перчатку. Семья Давида высшей королевской лиги себе бывает трудно в чем-то отказать. Запретные потехи, страсть, дворцовые интриги, в конце суровая расплата, как
мрачная печать. Неотвратимо и беспристрастно вступают в силу карма. Любое преступление однажды как бумеранг вернется к нам. В глубинах сердца, как на территории плацдарма. С самим собой сражались мы, платить мы будем по счетам. Отцы и дети, враги или друзья, Давид, Авессалом, печальная история, как поступать нельзя. Отцы враждуют с сыновьями, а сыновья в ответ десятикратно. В итоге проклятая жизни панорама, связь поколений, утраченная безвозвратно. Все на земле вернется бумерангом. И смех, и слезы, правда или ложь, неважно, кто ты и какового ранга, любое зло вернется, как в спину острый нож. Безнадежно потерянные шансы, когда отцы оплакивают сыновей. Когда уже не в счет скрытые нюансы, когда вместо могилы лишь гора камней. Любой сюжет свою имеет предысторию. На ровном месте ничего не возникает. Мы сами определяем жизни траекторию. Цинично здравый смысл заглушая. А все, что сеет человек, однажды и пожнет. Никто не сможет отменить причинно-следственную связь. Финал покажет суть падения или взлет. И есть конец любой веревки, сколько б ни велась. Так часто формируются привычные стандартные убеждения и взгляд на те или иные обстоятельства. Так легко бывает, друзья, брать поверхностные фразы и делать общие выводы, не видя общей панорамы. А ведь причинно-следственная связь все-таки существует. И я думаю, чтобы нам избежать осуждения одного и оправдания другого, мы должны рассмотреть mums ir jāskatās картину uz от самого начала айну, но и до конца. Līdz pašām beigām. Я понимаю, что это невозможно. Es saprotu, ka tas nav iespējams. Но это уйдет не один час uz to aizies nevien viens stunda, и не один день. Un neviena diena. Но дай Бог, чтобы Bet нам сегодня увидеть dot, lai mēs šodien ieraudzītu эту трагедию. Šo traģēdiju. И главный смысл un galvenā jēga, чтобы мы, как родители, lai mēs kā vecāki, мы брали ответственность в 10 раз больше, 10 раз vairāk, чем все остальные, не оправдывая своих ошибок сам, и не осуждая тех, tos, кто упрекает тебя. Аспект первый. Аспект номер один. Что может быть трагичнее? Kas var būt traģiskāks? Когда сын объявил Kad войну отцу. Pasludina karu tēvam. Это что? Kas tas ir tās? Случайность? Nejaušība. Или закономерность? Vai likumsakarība? Или это причинно-следственная связь? Vai tas ir seku iemesls? Что может быть трагичнее для отцов,
когда бывает им объявлена война. Увы, не от соседних политических врагов, со стороны детей вдруг неприступная стена. Да неужели это правда? Жизни суть. Врагами человека могут стать домашние его, которые любой ценой добьются своего, как Каин, и могут даже глазом не моргнуть. Как реквием звучит псалом Давида III, когда бежал от Авессалома, сына своего. Но почему себе такое позволяют дети, когда отцу на помощь звать уж никого? Любая подлость, любое преступление однажды как бумеранг вернется к нам. И как бы ни лукавили мы, все наши мнения в тот день, увы, поблекнут и превратятся в хлам. Аспект второй. Что может быть трагичнее для семьи, чем кровосмешение? Амнон и его младшая сестра Фамарь. Зарождающаяся катастрофа. На ровном месте не возникает абсолютно ничего. Казалось бы, псалмопевец Давид, который переживает славу Господа и детей воспитывает в том же духе. Да может ли там, на территории благословенной королевской семьи, возникать такие безобразия? Инцест. Амнон, тебе других женщин мало? Что взгляд ты положил на младшую сестру? Мы даже не представляем, друзья, насколько изощренны бывают методы нашего врага. Что может быть трагичнее, чем кровосмешение? Когда твой брат насилует свою сестру, откуда это демоническое умопомрачение, о чем узнали все родные однажды поутру? У сына царского Авессалома была сестра, гламурной внешностью, невероятной красоты. Фамарь пленяла всех, и на язык была остра, но помыслы и намерения ее всегда были чисты. Со стороны семьи, родных и братьев и сестер была всегда уютная и уважительная атмосфера, пока в один прекрасный день судьбе наперекор один из братьев по отношению к ней вдруг поменял манеру. Авессалом остался прежним, но Амнон вдруг стал отмалчиваться и сторониться. Зажатый взгляд, все поняли, он чем-то удручен, ведет себя, как раненая птица. А кто же ранил птицу, пока никто не знал. Амнон молчал, был наедине с собой. Лишь поздней ночью он ее имя
страстно повторял под утро, засыпая с больною головою. Откуда появляется любовь? Откуда вдруг внезапно страсть без оваций? Когда вдруг закипает кровь, неуправляемая сила притяжения и гравитации? Фомарь, да что же ты творишь? Изводишь душу грешную мою конкретно. Когда идешь, когда стоишь и говоришь, во мне взрываешь ты вулкан любви запретной. Амнон сходил с ума, мозги и сердце наперекосяк. Сработал детонатор глубинного проклятия. Не знал, что от любви до ненависти всего лишь шаг. Но точно знал и представлял Фомарь уже в своих объятиях. Аспект третий. Друзья познаются в беде. Draugie pazīstās bēdās. Хоть со знаком плюс, vai ar plus zīmi, хоть со знаком минус, vai ar mīnus zīmi. Медвежья услуга, лач пакалпоемс, и она дава. Но я надана. Недосягаемые цели, neaizsniedzami mērķi, никогда людей не красят. Nekad cilvēks neizdeļo. Лишают сна и выбивают из повседневных дел. Загонят в угол, горящие глаза погасят. Амнон скорбел из-за Фомари так, что заболел. Сестра была невинной, а значит, недоступной девицей. Двойной запрет, который он замыслил перейти. Но как заманить ее к себе, чтобы насладиться? Кому сказать, кто в положение бы мог войти? И вдруг он вспомнил, друг Ионадав, блестящая идея. Сообразительный, хитер, проворный, как тот змей. Он с полуслова понял, почему Амнон худеет. Их откровенный разговор был как на душу и лей. Ну как же не помочь наследнику престола? Конечно, разыграем драматический сюжет. Представь, Амнон, ты в реанимации еле живой после укола, которому потребуется исцеляющий обед. Когда отец наведается и спросит о здоровье, скажи, что лучшее лекарство – внимание сестры. Пусть приготовит ужин, как всегда, с любовью. Тебя накормит, станет легче. Вот правила игры. Поверь, отец услышит, поймет и даст добро. Фомарь придет, за нею дверь будет закрыта. Амнон, дружище, приятного аппетита. А дальше все по плану, как мы решили, бро. Так и случилось. Сестра пришла к Амнону, а он лежит. Недолго думая, она пошла на кухню выполнять его заказ. Такое блюдо она уже готовила не раз. Работа спорилась, и перед ним был щедро стол накрыт. Четвертый аспект. Мечты сбываются. Сапни пепилдас. Но далеко не все приносят счастье. Бет не талу виси отнес лайми. Гораздо чаще. Доц бежак. Подобные мечты, как запретный плод. Лидзиг сапника айзлиектайс ауглис. Приносят катастрофу. Отнес катастрофу. И проклятие. Он ласту. Пока еда горячая, пожалуйста, к столу, мой брат. Старалась, как могла,
должно быть все прекрасно. А я, чтобы не мешать, уже уйти согласно. Прислуга пусть поможет вам с кровати встать. Но вдруг больной Амнон вскочил с постели и приказал всем слугам срочно выйти вон. Последний шанс. Он знал, держался на пределе. Какая уж там мораль, скрижали и израильский закон. Фомарь, смотря на это, тихо вздрогнула. Амнон не болен, и аппетит тут ни при чем. Какой-то заговор, коль прислуга дверь захлопнула, и вот теперь остались с ним наедине вдвоем. В одно мгновение его как будто подменили. Он вел себя, как изголодавшийся маньяк. Безжалостно сестру насиловал. Ее глаза от ужаса застыли. Амнон, ну кто тебе позволил поступать так? Любовным свиданием это было трудно назвать. Трэш на трезвую голову. Благоразумный разговор не клеился. Ненасытимо насиловал сестру. Она пыталась остановить, как любая другая бы женщина, защищая свое достоинство. Ты что творишь? Если бы мозги были в порядке, ну иди с отцом поговори, чтобы были отношения зарегистрированы и официально. Но ее уже никто не слышал. Bet viņu vairs neviens nedzirdēja. Аспект пятый. Piektais aspekts. Что может быть трагичнее? Kas var būt traģiskāks? Чем инцест? Kā incest. Когда объект невыразимой страсти и любви, kad mīlestības iekārojamības objekts вдруг превращается в объект, pēkšņi pārvēršas презрения, par nicinājuma и лютой ненависть. Найда объекту. Самое интересное. Pats interesantākais. Читаем 15 стих. Lasam 15 pantiņu. После того, pēc tam, когда целый год, kad veselu gadu, он мечтал, viņš sapņoja, он дышал страстью, viņš elpoja, которую он называл любовью, iekāri, ko sauca mīlestību. И вот он удовлетворился, un, lūk, viņš guva apmierināt, сделал все, что он мог. Visu, ko varēja. И что потом происходит? Un, kas pēc tam notiek? Потом? Pēc tam. Амнон ее возненавидел величайшей ненавистью. Ienīda ar lielāko naidu. Так что ненависть, которую он tā, возненавидел ее, ka naids, ar kuru viņš ienīda viņu, была сильнее той любви, bija spēcīgāks par to mīlestību, какую имел он к ней. Ar kādu, kāda viņam bija. И сказал Амнон, встань и уйди. Sacīja Амнон, сцелies un ej. Скажите, пожалуйста, sakiet, lūdzu, что может быть оскорбить? Kas var būt aizvainojošāks? В чем она так провинилась? Ar ko viņa ir tā nogrēkojusi? Что ты ее возненавидел? Kad tu viņu ienīdi. Невинную, порядочную женщину сиевети. Ты любил? Ты милей. А изнасилованную изворот, тобой уже артеви пашу, ты возненавидел? Ту иениди. И это любовью назвать? Он то соус пар милстību. Я думаю, то, что здесь пишется, это не любовь. Es domāju, ka tas, kas šeit ir rakstīts, tā nav mīlestība. Это демоническая страсть. Tā ir demoniska. Это не начало добрачных взаимоотношений. Tas nav pirmslaulības attiecības. Это не было
Tas nebija ļubovnaja встреча. Tā nebija mīlestības tikšanās. Tā bija встреча палача. Tā bija bendes ir žertve. Un upura tikšanās. И самое оскорбительное. Un pats aizvainojošākais. Kada этот спектакль закончился? Kad šī izrāde beidzās. Он как использованную салфетку. Viņš kā izmantot salfeti. Или как выкуренную сигарету. Vai kā izsmēķētu cigareti. Решил выбросить ее в мусорное. Nolēm izmest to atkritumu konteinerī. И он сказал. Un viņš sacīja. Он сказал своим ближним. Viņš sacīja savam tuvākajam. Выбросьте ее. Izmetiet viņu. Выгоните ее, чтобы я ее не видал. Viņu, lai es neredzētu to. Уважаемые друзья, cienējamie draugi, читаем 17 стих. Lasam 17 pantiņu. И позвал отрока своего, un viņš pasauca savu puisi, который служил ему, kas viņam kalpoja, и сказал, un tam pavēlēja, прогони эту от меня, izraidi viņu prom no manis ārā, и запри дверь за нею, un aizslēdz durvis aiz viņas ciet. На секунду только представьте, что она должна была пережить. Прогони эту. По-русски это по-другому чуть-чуть выглядит. И фразеология была бы совсем другой. В чем я провинилась? Када вайна манер? Что я не так сделал? Ножом тебе надо было бы. Ar это было бы легче или как? Демонические провокации. Демонические провокации. Логически не объяснить. Логически тас не искайдрот. Аспект шестой. Сестейс аспект. Авесалом. Авесаломс. Принимает. Пьянем. По этому поводу. Хорошо. Лету. Принципиальное решение. Принципиал лэмому. Ему как мужчине. Виням ка вирет. И старшему брату. Ум вецакем бралим. Становится определенно ясно. Клюст скайдрс. Такое преступление как кровосмешение. Таду нозегум ка. Насилие. Саёкшинос вардербибу. Должно рождать кровопролитие. Там. Ir jāatmaksājas ar asins. Закон возмездия. Atmaksas likums. Он тут же, встретившись своей сестрой, саticies ar savu māsu, сказал, сацея, я es постараюсь сделать все, pacentīšos izdarīt visu, чтобы отомстить, lai atrieptu этому негодяю, šo nelieti, которого еще батя пытается сделать наследником престола. Устаисит пар троня мантиния. Мне все равно, какие статусы присваивают ему. Пелье, кадус, таких подлецов. Тадим нелешим. Пусть земля не носит. Лай земи тадус не пенес. Итак. Он та. Кошмар. В этом родстве. Шини цимта. Произошло такое трагическое. Но ты катада традиска. Событие. Все об этом узнали. Visi par to uzzināja. Потому что Фома одела разноцветную одежду. И она плакала и кричала. Un tā raudāja un kliedza. Я изнасилована. Es esmu izvarota. Это несправедливо. Tas nav taisnīgi. Если никто не защитит, это будет дискриминация. Neaizsargās, tā būs diskriminācija. И все шли. Un visi gāja. И смотрели. Un skatījās. И, конечно, осуждали. Un, protams, nosodīja. Ну, ты сама виновата. Nu, tu pat esi vainīga. Зачем туда шла? Kādēļ tu tur gāji? Как легко. Cik viegli. Находить крайних. Atrast malējos. Но самая великая трагедия. Pat lielākā traģēdija. Аспект седьмой. Septītais aspekts. Что может быть трагичнее? Kas var būt traģiskāks? Когда отец. Kad tēvs. И сын заняли диаметрально противоположные точки зрения. Насколько Авесалом был возмущен и разгневан, настолько Давид был спокоен и вообще-то равнодушен. Его даже не коснулось, когда он это услышал.
Авесалом назвал этот поступок преступлением. Абсалом сносил шо гадим пар нозиегуму. И обвинил Амнона. Он обвиняет Амнона. Давид. Давидс. Решил не обращать. Но лем не певерст. На это никакого внимания, чтобы остаться в добрых отношениях со своим старшим сыном, наследником престола. Обратите внимание, друзья, из каких пазлов складывается грядущая катастрофа. Но какие-то мелочи мы можем обращать внимание. На день рождения кого-то не пригласили. Там что-то там не обратили внимания. А когда изнасиловали и лишили достоинства, ну зачем? Ну кам дель? Как легко бывает комара глотать. Вернее, комара отцеживать, а верблюда глотать. И наметился конфликт в одном родстве. И все смотрели на отца. Как же будет реагировать царь? Псалмопевец, который с Богом встречает. Что он скажет? Я думаю, что Тамара в первую очередь ждала отцовского понимания, отцовской любви, отцовской поддержки и отцовской защиты своего женского достоинства. Но, увы, этого не оказалось. Да, не было. И два заметные трещины между Авесаломом и Давидом превращается в бездонную пропасть. Аспект восьмой. Аспект. Что может быть трагичнее, чем когда отец не замечает в доме зарождающейся беды? А между прочим, сцена мести стремительно приближалась под кодовым названием «Стрижка овец». Айту цирпшина. Что может быть трагичнее для отцов, когда они не видят назревающие беды? Став адвокатом чьих-то преступлений и грехов, они рождают новые, как прорыв воды. Подчас скандал в семье между собою, как исполнение вальса на расстроенном фортепиано. В сравнении с затаившейся смертельной злобой, готовой вырваться, как лава из кратера вулкана. Был такой обычай битац ирдумс в той же царской семье, стрижка овец, и в этот момент собирались все, пикник под открытым небом, пикник с заматвертам дебесим, и собирались все, все элитные товарищи, виси элтар бедры. Авесалом, Абсаломс, он был симпатяга, вич бий симпатискс, он был умный, гудрс. Он не выражал своих эмоций. Он их прятал внутри. Был бы он офицером ГРУ, он был самым ведущим. Никто даже не мог догадаться, для чего он этот праздник приготовил. С того же самого рокового дня в сердце Авесалома зародилась мысль: я отомщу тебе, брателло.
Без наказания ты не останешься. Без суда ты не паликси. Если батя тебе даже слово не сказал, чтобы не испортить настроение и отношения с тобой, я тебе испорчу. И Авесалом устраивает этот праздник, приглашает всех сыновей царских. Давида даже пригласил. Давид говорит, я занят, наверное, почувствовал что-то внутри. Он подошел к Амнону. Представляете себе? Вчера Амнон и Фамар. Это была роль палач и жертва. А сегодня тот же самый сюжет, только чуть-чуть другие роли. Теперь Авесалом палач. А ты, Амнон, будешь жертвой. Вчера ты это делал при закрытых дверях, чтобы никто не видел. А я это сделаю публично. Все, что ты делал тайно, пусть люди увидят это явно. Судите, как хотите. Одно зло рождает другое. И он это замыслил. И самое интересное, собрались все сыновья царские. А Амнон сказал всем этим стражам порядка и говорит, когда Амнон напьется, когда он уже развеселится, я даю вам приказ публично перед всеми зарежьте его. Нодурьет виню. Просто уничтожьте. Венкарш изнеценеет. Когда будет сигнал, сигнал, вы должны это сделать. Юмстасирьяйздер. Представляете, какая трагедия. Стадитец прикша, кады трагедия. Какая трагедия. Кады трагедия. И вот один лук. Официант, венс официант постоянно ему блюда подавал. Виням посниедзе адаму. И наливал. Он елее. И наливал. Он елее. И наливал. Он елее. Амнон уж развеселился. Он Амнон клювый. И все люди думали, что скандал с Фамарию. Просто все это проветрилось. И все забылось. А вот и нет. Бет не. И в самый разгар этого праздника паша шис святку карстума. Авесалом дает знак. Авесалом сдает зими. И вдруг на глазах у всех человек 5-6 подходит к этому вип-персоне, задирают голову, режут его, но кусочки. Люди в шоке, вскакивают, люди в шоке, кричат и разбегаются. И это была страшная ситуация. Почти все разбежались. Гандриз виси исклида. Остался лишь в луже крови Амнон. Амнон. Сюжет вполне бы сгодился для триллера. Сюжет дарату триллер. Захлебываясь собственной кровью, он видел суровый взгляд наклонившегося к нему родного брата, который пришел к нему попрощаться. И он ему сказал, ну что, Амнон? Аминь. Комедия ля финита. А это тебе за Фамарь. Теперь мы квиты. Кто будет следующим, никто не знал. Поэтому спасались, кто как может. Нежданно и негаданно был сорван бал. Остался лишь Амнон в крови на смертном ложе. Давид от новостей сходил с ума. Как зверь метался из угла да в угол. Над царской головой сгущалась тьма. Дворец вдруг превратился в ничтожную лачугу.
Кто-то сказал Давиду, что Авессалом убил всех царских сыновей. И Давид чуть с ума не сошел. Как это могло неожиданно произойти? Но потом поправили. Не всех. Не visus, только одного, tikai vienu, которого ты обожаешь и любишь, tu dievini un cieni, грехи которых ты покрываешь tu apklāji, и не замечаешь. Un neievēro. Амнон единственный убит. Amnons, vienīgi, и представляете себе, un stādieties priekšā, и представляете себе, un stādieties priekšā. Давид, Давид принимает решение, приняв лэмуму, как строить отношения с Авессаломом, ведёт отношения с Авессалом. Конечно, он, протамс, заказал его, он что, посути, око за око, зуб за зуб, зуб пред зуб. Авессалом, Авессалом, теперь я буду мстить так тебе, отрепшо стел, за моего сына, пар саву далу, Амнона. Amno, который должен быть моим наследником. Авессалом знал Absalom все zina, правила игры, поэтому испытывать судьбу он не стал. Tāpēc, likteni, viņš negribēja pārbaldīt. И читаем 37 стих. Un lasam 37, Авессалом убежал Absalom zbēga, и пошел к Фелмаю, un nonāca pie Talmas, царю Гесурскому. Maja, Amihuda dēla. Самое интересное, если это место сравнить с третьим псалмом, когда Давид бежал от Авессалома, сына своего, то, скорее всего, что если бы Авессалом не убегал от своего отца, может быть, varbūt, и отец бы arī tēvs не убегал от Авессалома, nebūtu сына bēdz своего. No sava dēla Absaloma. Отсюда девятый no šeienas аспект. Devītais aspekts. Сегодня Авессалом бежит от отца своего Давида. Absalom zbēg no sava tēva Dāvida. А завтра Давид будет бежать от Авессалома, сына своего. Sava dēla. Нет ничего нового. Nav nekā jauna под солнцем. Zem saules. И несмотря на то, что он убежал, Давид дал приказ в любом случае вычислить его и привести. Разведка существовала и в то время также. И вот никак никто не может добраться до него. А время шло. Читаем 38 стих. Авессалом убежал и пришел в Гесур и пробыл там 3 года. Прощать собственные слабости в другом человеке — задача трудно выполнимая. Потому что Давид видел в Авессаломе свой собственный характер. Rakstoru. Он видел свою суть. Redzēja savu būtību. Поэтому прощать его piedot tam, он не собирался. Viņš netaisījās. Он возненавидел собственного сына. Viņš ienīd savu dēlu. И объявил ему джихад. Un pasludināja tam džihardu. Авессалом в полной мере Absalom вкусил на собственной шкуре. Pilnā mērā pārdzīvoja savas ādas. Но просто сумасшедший vienkārši родительский террор. Ārprātīgu vecāku terroru. Ладно, когда соседи или коллеги, ja kaimiņi vai kolēgi по работе мозг выносят, bez darba iznes smadzenes, это не так страшно. Tas nav tik bīstami. А тут глава семейства, bet šeit ģimenes galva, отец, tāvs, враг номер один. Ienaidnieks numur viens. Так хочется, друзья. Да, gribētos, чтобы grau, это была не просто история. Lai tas nebūtu vienkārši notikums. Уважаемые отцы, мать, cienījamie tēvi, mātes, прекратите воевать с детьми. Избейдзет карот ар бэрнием. Прекратите их преследовать. Избейдзет ваят виньюс. Прекратите их судить. Избейдзет тесат виньюс. Видя свои слабости, redzot savu svājumu viņā. Пусть Бог обратит сердца отцов к детям, uz bērniem, а сердца детей bet bērnu sirdis к
к отцам, uz tēviem, чтобы я не поразил земли проклятием, ненакто не ускроту земей сказал ласту, Господь, сацие тас кунгс. И вот проходит время, un lūk, paiet laiks, аспект десятый, десятый аспект. Время берет свое, laiks ņem savu, меняются сезоны, mainās sezonas, меняются решения, mainās lēmumi, преображаются отношения, pārvēršas un izmainās attiecības. Время шло, laiks gāja. Читаем 39. Lasam 39. И не стал царь Давид bet преследовать Авесалома, pamazām mitējās dusmoties, ибо утешился о смерти Амнона. Jo viņš pa to laiku bija samierinājies ar Amnona. Ну почему к одним? Ну не знаю, когда такое узвение преимущество. Ir tāda priekšroka, а другим, bet citiem вообще никак. Vispār nekā. Но время берет свое. Bet laiks ņem savu. Утешился. Ну, скорбь тоже имеет свои ограничения. Нам arī ir savs laiks. И спокойное, un mierīgi, нормальное взаимоотношение normal, с остальными. Attiecības ar pārējiem. И когда он это стал вести себя уже адекватно, un, kad viņš sāka jau adekvāti перестал uzvesti, проклинать в своем окружение Авесалома. Скорее всего, каждый завтрак начинался. Visu, где этот негодяй? Я его достану. Его ближайшее окружение уже перестало это слышать. То dzirdēt. Аспект 11. Аспект 11. Советники бывают разные. Ir visādīgi. Ионадавс помог своим советам Амнону palīdzēja ar savu padomu Amnonam рухнуть, sagraut, в пропасть, iekrist bez debenī. Помните, он atcerieties, что бы делать? Viņš, ko darīt? Кто бы мне помог? Kurš man palīdzētu? Фомарь поиметь. Ионадав ему рассказал этот сюжет. Ионадавс viņam pastāstīja šo sižetu. Одни советы, vieni padomi, они ведут человека в проклятие. Uz lāstu. А вот здесь вот Иав, bet šeit Jobs, генерал, всеми силами старался погасить конфликт, spēkiem centās apslāpēt konfliktu, и возвратить Авесалома во дворец. Absalomu pilī. И самое интересное, un pats interesantākais, он подошел, viņš pienāca, к Давиду, говорит, Давид, сколько дурака валять можно? Давида, он teica, Давид, cik ilgi muļķi. Ну народ же все смотрит. Ну tauta visu skatās. Вы же рождаете в сознании народа вот такие семейные взаимоотношения. Tādas ģimenes attiecības. На вас будут смотреть и вам подражать. Skatīties un jums līdzināsies. Отцы израильские будут вот так же ненавидеть своих сыновей, их преследовать. Давид, ты что делаешь? Давид, ты ко дари? Ну хватит, а? Ну пьетикс. И Давид говорит, ну да, хватит. Так, ну пьетикс. Ну ладно. Ну лабы. Давай, приведи Авесалома. Отведи Авесалома. Приведи Авесалома. Отведи Авесалома. И самое интересное. Он пац интересантакайс. Иав был настолько Jobs благословен. Bija tik svētīts. Ну, наконец-то скандал закончится. Beidzot skandāls. Я думаю, в то же время и Авесалом скучал. Tanīpat laikā Absaloms. А в своем отце. Скумперсал, ну, дурь проходит, агрессия, ну, проходит. Поет, проходит все эмоции, поет, но генетика остается. Генетика палек. И он временами думал, ну встретились бы мы. Думаю, я бы все рассказал, что я не из-за собственной корысти. Я просто защищал сестру. Ну объясню бы ему, ну что с моим отцом. И вдруг Иав нашел Авесалома, говорит, Авесалом, Давид приглашает тебя, Давид, сузайцин, и говорит, преследование заканчивается, сака, beigušas, ты можешь возвращаться в Иерусалим. Tu vari atgriezties Jeruzalemē. Я представляю, какой это un был восторг. Kāda tā bija sajūsma. И вот они, un lūk viņi, они уже viņi jau возвращаются отгрежас в лагерь в Иерусалим. Uz Jeruzalemi. Сколько было эмоций у Авесалома, как он встретится, о чем он будет говорить с Давидом, как снова они обнимутся, и как кошмарный сон забудут все, что было. А вот и нет. 12-й аспект. Аспект
Что может быть трагичнее? Kas var būt traģiskāks? Чем недопрощение? Nepiedošana. И скрытая отверженность. Un apslēpta atstumtība. Мы знаем, что такое прощение. Мы знаем, kas ir piedošana. И мы знаем, что такое непрощение. Непiedošana. Но кроме этих двух позиций, позиций есть еще ir vēl недопрощение. Не līdz galam piedošana. А нету прощения. Это есть скрытая отверженность. Вернуться во дворец. Пилы, но с одним условием. Жить во дворце. Пилы, но с отцом категорически не видеться и не встречаться. Не это что за издевательство? Ну ты либо простил. Ну, встретился, сатикес, и начали по новой, un sāk pa jaunam, либо нет, vai nu nē, а здесь не то, bet šeit ne viens, и не другое, un ne otrs. Иов ему об этом не сказал там, un Jobs par to neteica viņam tur. И вот они приближаются lūk, все, tie tuvojas visi, к Иерусалиму, pie Jeruzalemes, уже подходят ко дворцу, pienāk pie pils, и и Авессалом уже говорит, я знаю, сейчас я к отцу пойду. А Иов ему говорит, второе царство 14:24. Прочитайте. И сказал царь, пусть он возвратится в дом свой, причем в дом свой. Не во дворец мой, не пила, а в дом свой, бет, чеет сава нама, а лица бет не моего на, не видит. Ману отца прекша. И пошел Авессалом в дом свой, спалика, а лица царского сава нама. Un tieni nevaigu, tas neredzēja. Как сложно бывает, ka? Как тяжело и невыносимо Zik, grūti un nepanesam. Бывает сыну ir dēlam, быть отверженным būt в собственном доме savā namā atstumtam, собственным отцом. No меня savā удивляет. Es brīnos, ну, неужели сложно vai было patiešām sarežģīti bija двум мужикам встретиться, vīriešiem satikties, сесть за стол, apsēsties pie galda, и все это обсудить и переговорить. И я думаю, раны es думаю, ka brūces в сердце Авессалома становились все глубже, глубже и глубже. 13-й аспект. 13-й аспект. Что может быть трагичнее, радискакс, когда конфликт семейный конфликт, раскалывает государство валсти, и перерастает в госпереворот? Un pārvēršas par valsts apvērsumu. Это кошмар. Tas ir morgs. Второе царство 15. Otrā Samuēla 15. 12:15. Во время жертвоприношения Авессалом послал, призвал Ахитофела и составился сильный заговор. Народ стекался и умножался около Авессалома. Tauta plūda un vairojās blakus Absalomam. То, что происходило в царской семье, kas notika был предмет обсуждения для всей нации. Priekšmets visai nācijai. Огромный процент населения Liels стоял на стороне Авессалома. Nostājās Absalom pusē. Хотим мы этого или не хотим? Vai negribam? Конечно, были те, которые говорят, нет, надо отцов почитать. Teic, ne, vai godā tēvus. И посмотрите, что un получается. Paskatieties, kas sanāk. Народ стекался к Авессалому. Tauta plūda pie Absaloma. И умножался возле него. Un vairojās apkārt tam. И дальше. Un tālāk. Произошел, но и дальше произошел талак, госпереворот. Нотика валсц апверсумс. Смотрите, скатетес, когда Давид это услышал, 14 стих, 14 пантинч, и сказал Давид слугам своим, да которые были при нем в Иерусалиме, встаньте, убежим, целитес, ибо не jābē, будет нам спасения от Авессалома. Глабни, но Абсалома. Боже, о, Давид даже понимал, Давид под сапрата, что несопоставимые ресурсы. Ресурсы вместо того, сказать, кто такой? Бунтарь, мятежник, да мы его сейчас. Даже Давид дрогнул.
Давид, ну, и он говорит, пора бежать, он сказал, лайкс ир бейкт, потому что от Авессалома, тапец, ну, Абсалома, нам спасения не будет. Не бус. Представляете себе? Стадитесь прекша. И сокращаю историю. Он соизнот нотикумус. Буквально два аспекта осталось. Диви аспекты палекуши. Шла война. Но гай. Гражданская война. Пилсонь карш. Ну ладно, если бы какие-то, ну, лапы, филистимляне. Я какого-то филистиш. Евреи против евреев. Евреи против евреев. Израильтяне против израильтян. Израильтяне. Семейный конфликт, конфликт перерос в госпереворот, аперсу, в гражданскую войну. Кару. И Давид, он Давид этому Иоаву Йоабам говорит, сация, слушай, Клаусиес, я созрел для того, чтобы встретиться, там, тиктос, чтобы поговорить с Авессалом, чтобы псалом, извиниться, чтобы мы могли взор реюнион сделать. Мы должны опять объединиться. Пожалуйста, меня не интересует исход войны. Пожалуйста, сделайте так, чтобы живого Авессалома вы могли привести ко мне. Вот главный смысл войны. Аспект 14. 14 аспект. Что может быть трагичнее, чем затянувшийся конфликт, конфликт, упущенные шансы и запоздалые решения. Давида не интересовал исход войны. Он мыслил далеко не как политик. Ночами долгими он видел сны. Авессалом, пожалуйста, его не погубите. Я умоляю, защитите из поля боя. Приведите. Авессалом, мой дом теперь дом твой. Когда мы встретимся, я как отец приму тебя. Накрою царский стол. Поверь, я изменился. Я теперь совсем другой. Авессалом, я брошусь в ноги. Я больше не могу жить без тебя. Перелистнем, вернем все то, что у нас судьба украла. Я буду как отец тебе, а ты как мой любимый сын. Я перстень свой тебе отдам. А если мало, над всей страной моей ты будешь властелин. Благополучен ли сын мой Авессалом? Ведите его сюда, я жду с нетерпением. Он будет моим политическим преображением. Ему я давно уже приготовил свой трон. Давид был дома. Да, и он готовился, когда Авессалома привезут. Абсалому отведись. А в это время страшная лайка кульминация ожидала на поле сражения. Кульминацию сагайдия каралаука. Получилось так, что Авессалом, будучи огромного роста, будем слыла аугума, длинные роскошные волосы, он мчался на винч мул, написано. И он забежал под какое-то дерево. И просто как ирония судьбы. Его волосы запутались в этих ветвях. И получилась страшная картина между небом и землей. Иав подъезжает к нему. Там, зная приказ, сыну, который дал Давид, Павел, Давид едева, он говорит, задолбали вы. Вся страна вальс, на ушах от ваших взаимоотношений. И глаза снова встретились. И он говорит, Авессалом, если мне удалось тебя вернуть из Гессура, вторых шансов нет. Достает извалок стрелы бултас,
И прямо он теши на глазах у него viņa atspriekšā убивает, nogalina to и говорит, закопайте его, un saka, aprociet viņu, и наметайте гору un камни, sametiet akmens kaudzi. И те войска un tie рассматривали это как великую победу uz lielu uzvaru, над всеми мятежниками и революционерами. Visus dumpniekus, revolucionārus, война закончилась, karš ir beidzies. И они, un tie, и они un tie бежали назад, skrēja atpakaļ, чтобы сообщить Давиду, позвонит, что Давида, война закончилась, beidzies, победа наша, mūsu, и больше тебе, Давид, никто Давид, viens не угрожает. Не обдраут. Аспект 15. 15 аспект. Последний. Pēdējais. Отцы и дети. Дали. Враги или друзья. Vai draugi. Печальная история. Бедīgs notikums. Как поступать нельзя. Kā nedrīkst rīkoties. Лебединая песня. Реквием. Дзиесма. Реквием. Благополучен ли сын мой Авессалом? Ведите его сюда. Я жду с нетерпением. Он будет моим политическим преображением. Ему я давно уже приготовил свой трон. Мятеж подавлен. Враги низложены. Победа. Войска Авессалома потерпели крах. Но почему-то царь не радуется, не вяжется беседа. Сутулился и постарел почти что на глазах. Гонцы не поняли такого саботажа. Давид, а за кого же ты в конце концов? Тебя расстроила победа наша? И ликование полной чаши? А если б победил Авессалом, родился б лучший из твоих псалмов? Духовный судит обо всем. Но, к сожалению, о нем никто не может. Не знали до конца, кем для Давида был Авессалом. Ни генералы, ни князья и не вельможи. Парад был отменен. Но как по венам бритва, Давид безудержно рыдал, закрывшись сам не свой, как скорбный реквием неслась его молитва над отвоеванной, печальной, проклятой землей. Авессалом, мой сын, Авессалом, о, кто бы дал мне умереть вместо тебя? Авессалом, мой сын Авессалом, прости, я опоздал, я проиграл, ты победил меня. Авессалом, мой сын Авессалом, о, кто бы дал мне умереть вместо тебя? Моя семья. Вчера мы были вчетвером. Теперь на этой проклятой земле остался только я. Отцы враждуют с сыновьями, а сыновья в ответ десятикратно. В итоге проклятая жизнь и панорама, связь поколений утраченная безвозвратно. Все на земле вернется бумерангом, и смех, и слезы, правда или ложь, неважно, кто ты и какого ранга, любое зло вернется, как в спину острый нож. Безнадежно потерянные шансы, когда отцы оплакивают сыновей, когда уже не в счет скрытые нюансы, когда вместо могилы лишь гора камней. Отцы и дети, враги или друзья,
Давид, Авессалом. Печальная история о том, как поступать нельзя. Давайте закроем глаза и помолимся о своей семье. Давайте вспомним своих родителей, если они еще живы. Давайте вспомним своих детей, своих родных и близких. Давайте пригласим Святого Духа, чтобы мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдал сердца и помышления наши во Христе Иисусе. Пусть драгоценный Дух Святой заберет каменное сердце и даст нам сердце плотяное, способное любить, способное прощать. Драгоценный Господь, прошу Тебя, пусть война закончится в каждом доме, в каждом родстве. Во имя Иисуса обрати, Господь, сердца отцов к детям. Обрати сердца детей к отцам. Помоги нам, родителям, вовремя остановиться и правильные решения принимать не с опозданием, когда просить прощения уже остается никому. Драгоценный Дух Святой, проверь сегодня наши дома, наши семьи, наши взаимоотношения с детьми, наши отношения с близкими. Открой свой дух, открой свою благодать. Эрмахалерка пали руджи карбари ларанда лая. Глор махачет сала лакри пали негри палери. Рама герка пали ригече пая. Хор махачет церка блори ларья глета лая. Обрати сердца отцов к сердцам дочерей. Обрати сердца отцов к сердцам сыновей. Пусть закончится зло. Пусть исцелится земля. Пусть вернется любовь. Да будет воля Твоя, Боже. Пусть наши семьи и наши дома будут не местом сражений. Пусть наши семьи и наши дома будут не долиной смертной тени. О, Боже, возврати великую благодать. И пусть мир Твой, благодать Твоя пребывает с нами. Кейла Роман Джилакру, Балеревре, Балередила. Соедините ваши руки сейчас. Помолитесь за тех, кто рядом с вами. Помолитесь за тех, кто находится справа и слева. Может быть, у них сегодня конфликт. Может быть, сегодня какой-то ребенок добивается внимания родителей, а у родителей нет времени. Может быть, ребенок хочет встретиться с отцом, а он ему говорит, чтобы на лицо, он просто на глаза не показывал. Боже, останови, Господь. Это безумие и этот абсурд. Клер махача карбалиру гомри далья.
Bermahatur peloringra parilo briglecila. Bermahachi kreno libra karo libre gledelaya. Avramanil gorgeblorila brokle chatsarablura. Blaramanger balilagro chatsatalia. Пусть в наших домах отцы и дети будут не врагами, а друзьями. О Господь, пусть наши дети, наши сыновья и дочери не будут никогда врагами или соперниками. Пусть потомство, которое Ты даешь нам, будет благословенными преемниками. Боже, пусть наши сердца отцов и матерей вмещают своих сыновей и дочерей со всеми минусами и плюсами. О, я славлю Тебя, Господь. Отец Небесный, Ты компенсируешь всякий недостаток отцовской и материнской любви. Поэтому приди сейчас, исцели разбитые сердца. Восстанови разрушенные судьбы. И пусть закончится всякая месть. Пусть закончится всякий конфликт. Пусть закончится всякая ненависть. Боже, пусть наши семьи будут благословением. Обеспечь, Господь, связь поколений, чтобы никакой дьявол не разрушил. Чтобы это все было, Господь, по воле Твоей. И для славы Твоей. Глер маклеще церили регрече дали ламблока. Аллилуйя. Лейгри, лейрга, блори ламбра. Аллилуйя. Сарбахичи лейбрага. Бермагила ламбру саченда лерия. Алмари ла регло реглеща церили регрече церили. Арга блори лабре глечен цалу либре глетала. Драгоценный Дух Святой, касайся сегодня сердец сыновей, сердец дочерей, сердец отцов и матерей. Боже, соедини нас вместе воедино, чтобы не лицемерная вера переходила от поколения в поколение. Благодарим Тебя, Господь, за послание Твое. Благодарим Тебя. Пусть имя Твое прославится. Пусть имя Твое возвеличится. Благодарим Тебя. Превозносим Твое великое святое имя. И пусть это послание, оно не возвратится к Тебе тщетным, пока не исполнит то, для чего оно послано. Просим Тебя об этом во имя Иисуса Христа. Амен. Огромное вам спасибо, что вы такие терпеливые, и что это творчество, оно все-таки требует внимания. И я абсолютно убежден, что в обозримом будущем этот сюжет превратится в очередной музыкальный проект. Вы сами ощущаете? Насколько актуально, кем бы ты ни был, католик, лютеранин, или русский, или узкий, или ты латыш, или кто, семья – это универсальное чудо Бога. Где бы ты ни был, есть семья, есть счастливые люди. В одиночестве человек никогда не будет полноценным и счастливым.